Глюкоза вместо никотина. Студенты медицинского университета организовали акцию по борьбе с курением. За основу взяли уже известный принцип и меняли сигареты на конфеты. Что из этого вышло, смотрите далее в сюжете. Первокурсник Дмитрий отдает сигарету и получает взамен сладкий подарок и листовку о вреде курения. Хотя информация общеизвестна, организаторы решили, напомнить будет не лишним. А кондитерское поощрение – это некая символичная мотивация бросить вредную привычку. Многие говорят, что помогает бросить курить там чем-то, не знаю, с конфеткой ходить, там, с жвачкой. Ну, не знаю, может, помогает. Конфеты – это вкусно, это, ну, это не как сигарет, это неприятно во рту после никотина. Такая акция – инициатива местного студсовета. Ребята закупили 4 коробки вафельных батончиков. И начав акцию возле стен родного вуза, дальше собираются распространять ее и в других университетах. Обсуждали мы со студентами, что нам делать на Новый год, и решили, что нужно внести что-то новенькое. Самое главное, конечно, в новом году – это здоровье. И первым шагом к здоровью мы решили будет отказаться от курения. Поэтому мы предложили акцию «Поменяй сигарету на конфету». Акция получилась не слишком многолюдной. По словам Назара Мисюры, в медуниверситете перекуры не такое уж и популярное занятие. Но пока заядлые курильщики не выбрали здоровый образ жизни, их стоит переубеждать. Поэтому организаторы обещают продолжать такую инициативу.